Помню, какая то к нам пришла, звездочка. Девочка с фермы в Канзасе. Глаза горят прямо до руки из страны ос. Я из Айовы, и я О, не с фермы. Но добилась ты многого. 96 пунктов новый рекорд Войт. Полагаю, ты помнишь, что наша популярность несколько подувяла после досадного инцидента год назад. Но ты смогла вернуть цветущий, благонадежный имидж нашей компании в частные большие нужды. Поэтому управление решило сделать тебя. Вторым капитаном семерки. Что? К... Вторым капитаном? Я. Но, но патриот наш капитан. Именно ты, ты наш капитан. Вы оба от этого выиграете. Ты сейчас потерял сколько? Пару пунктов? У публики ты все так же ассоциируешься с грозой. Значит, надо их подтолкнуть. Прилив поднимет все корабли. Спасибо за заботу, Стэн. Когда голосование? Оно уже было. Сегодня утром. Все ждут только согласия звездочки. Нет, я, конечно, очень благодарна и польщена, но спасибо, нет. Если кто и заслужил эту честь, то это Мэйв. У Мэйв нет 96 пунктов. Ни у кого нет, кроме тебя. Очевидно. Патриот. Ты нас не оставишь? Я бы хотел обсудить с вами ряд моментов. Разумеется. Назначу Саманту встречу, и мы обсудим. Отлично. Без проблем. Прекрасно. У меня довольно плотный график, но я постараюсь выкрыть время.